Доброе утро, дорогие наши подписчики. У нас сегодня туманное утро. Хотим вам показать, насколько оно туманное. Кто видит окончание надписи «Парк Львов-Тайган»? Тот молодец. Тот не я, да. Вот такой вот у нас туман, смотрите, все. Ничего дальше не видно. Как ежики в тумане. Ёжик! Ну, перед завтраком у нас здесь Кай ожидает. Греется на солнышке. Туман практически ушел уже. Это не могу определить по попе, кто это. По-моему, Чип. А здесь еще гуляет Алекс. Вот. Девочка в углу. Леон в своей наблюдательной позиции. Ну, пока больше здесь никого. Смотрите, как красиво на веточках осели капельки, на паутинках. После тумана уже, правда, подсохло чуть-чуть. Но красота. Ну, ушел и Кай туда, ага. У Кая тыл такой мощный. Бух. Малыш гуляет. Малыш. Девочка пошла к мужикам, разогнала Миша. Ой. Пошел. Вот это я у вас на глазах тут. Да, ой, а Чипа там. Не боится он это, малыш этих. Да, малыш. А чего бояться? Малыш, он такой. У малыша мозг. Харизма, мозг. Слушайте, а вот, вот тот, который заявил Леон, а где у него еще одна львичка была? Она в домике, наверное. Это слепая, да, там у него? А, нет, это другие, это же белые, да. Это другой прайд, у него свой белый прайд. Одна, может, львичка там показалась, что была беременная, может, отсадили? Ну, не знаю, одна, да, одна была такая толстенькая. Едет тележечка. Сегодня тоже наш вот этот любимый меткий кидатель, который каждому льву по куску мяса кидает. Да? Но... Малыш не придет 100%, наверное, не до девочка того. Его придет. Девочка, наверное, придет, и все, я не знаю, что это будет. Кто-то лежит у нас здесь. По-моему, это Гек. Возле водопоя. Да. Подходит тележка, а вот они все подходят сюда. Да, я пришел. О-о-о, ой, все три обеляшей здесь. Дэйл, Кай и Чип вот на эту сторону перешел. Вот. Ой, Чип бежит, бежит. Кай рычит. О, песни прям под завтрак. Голодная. У них разделёнка. Там мужчина лежит. Начинается. Ага, а малыш решил, да, не идти. Ушел с девочкой. А
тем забыли двум беленьким дать мимо. А, это отдельно шутка. А тех двух беленьких я туда пришел. Ну, да? Опачка. Ой, песуня какая. Молодой лев идет, совсем молоденький. Это не лев, это львица. Львица такая? Да, такая вот у нас с таким с жабо. Это молодая, да, красавица? Ух ты! Да. Зиза пошла, да? Ой, малыша там прям. Малыш, все. Решила, я говорю, даже на завтрак не пошел. Я думала, девочка хоть пойдет. Нет. Нет, не дает он ей. Не до еды. А когда гулять, ничего не хочет. Это скумпия отцвела, остались вот пушинки такие, и после тумана в капельках. Какой тоже пушистый куст, да, такой прям пушистый-пушистый один такой, пушистик. То ли пена какая-то смотрится, то ли какой-то снег. Как хлопок. Угу. Еще поблескивает. Прям много его вообще. Так, побежали тележку догонять. Иди, иди. Туман ушел в горы. А смотрите, как красиво. Иди. Выходит вон гекка из кустов. Идем. Ну, думает еще идти, не идти. Львичка там белая. Сейчас, может, пойдет туда, к месту, к перекрестку. Вот. Куда зовет? Работник, может, туда сейчас пойдет. Вита. Пришел Олежка. 821ЕО. Просьба владельцев выйти на автостоянку. Спасибо. Пришел Олежка. Иди сюда. У нас. Олежка, иди. Олежка, Олежка. Иди сюда, мальчик. Пакетов нету, беги сюда. Олежка, давай, бегом, бегом. А тут у нас... Он идет. А тут у нас гекка кушает. Гекка уже получил свой кусок мяса. И кушункает. Да, вот так вот в траве, да, не видно? Вообще не видно. Вот так бы прошел мимо, если бы хруста не было. Если бы не шевелился. Ты красавец. Фыр-фыр-фыр. Олежка, 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 ой, бегать! Опа! Вот так. Так он большой, он как чук почти. Он очень крупный. И ушел. Молодец. Ну да, не дал особо полюбоваться. А вот он там. Вот с той стороны. О, вот тут я могу его сейчас чуть-чуть. Не идет. А обычно, когда они с котятами, им безразлично. Беленькая. Не идет. Иди сюда, маленькая. Зовет ее, зовет. Не идет. Олежка съел свой кусочек мяса. Олежка. И удивил всех своим ростом. Ой, ты боже, какие мы большие. Пипец, какие мы здоровые. Так он еще такой прям... Все говорили, худенький, недоедал. Улена, жену бросил, да. Ничего, ничего, она тебе все патлы вырвет. Всю твою шикарную гриву она тебе. Расчешет ему гриву. Ага. Но грива у него, конечно, такая знатная, до самой середины живота. Девочки идут. Вот еще беленькая подходит. И отведешь, да, любовницу к жене. Ты нормальный вообще. Ты кто ж так делает? Он не только любовницу, он, видишь, он целый гарем. У него там гарем, будем жить вместе. Это называется, сейчас нарисуюсь себе цену. Погнал. Иди. Одну. Идите! Вот привел, зачем? Ты зачем? Привел же всех сюда. Не стыдно тебе. Ты смотри, что делаешь. Ухо порвали.
Идите, барышни. Что она вам сделала? Лежит спокойно. Защищает еще. Хоть и это изменяет, но защищает. Вот мне надо было приводить, чтобы теперь лапами не махать. Танцующий лет. И танцующий. Он, знаешь, напоминает мне, как... Давай я тебя подговорю. Ты, значит, к моей девушке будешь приставать, а я ее буду защищать, да? Вот, смотри, такая же история вообще. Совсем я не потерянный. Лола, не верь ему. Не верь ему. Пошел со своими вот такими вертихвостками. От греха подальше убежал. У Олежки все чувство самосохранения работает. Ну, этих женщин. Сами разбирайтесь. Ну. Лола, чего они тебе покоя не дают? Глянь, кровь. Вот. Поцарапали девочку. Поцарапали девочку. Ну что, Ария, окрепну, как дам всем. Нагуляешь? Уходят. Ага. Привел банду, понимаешь? Смотри, банда еще какая из девок. Из девок? А таких девок хулиганистых нашел себе. Это те, которые с Олежкой, наверное, были. Так, у вас гарем на двоих, да? Олежка, пригрей Лолу себе. Красивая там барышня. Там такой тигр большой сидит. Да. Красиво. Пришел Гека к Олежке. Незаметно для нас. Не увидели мы, как он подкрался незаметно. Ну, что, нормально они с Олежкой общаются. Без агрессии. Олежка расслаблен даже. Малыш все гуляет, а он пришли Вити Фили. Что-то вы, ребята, поздно пришли. Вы стрелочки рисовали, куда идти? Так, раз, раз, уходит. Ой, что, и что? Малыш Витю погнал. Филя сам ушел. Ну. А Сонечка на лошадке скачет. От девочки от своей отгоняет. Вот тут на осень гулять пошел. Витя тролль не уходит. Филя ушел, что уже и не видно его. А, вот и Филя. Малыш к девочке вернулся. Грозный, грозный. Девочку защищает. О, Леон, что ли, заводит песенку. Витя такие раз, такие подбежали. Ага, Витя там еще что-то подъедает. Ой. А у малыша там, да, красота. Любовь, любовь. Я говорю, на осенью он начал гулять. Ну, он отогнал и дал понять, что тут моя девочка. Лежит красавица. Ну, посмотри на меня, ну, посмотри на меня. Я такой красивый. Витя там что-то еще нашел, да, доедает. Ой, Филька он грызет. Филька тоже грызет? Да, что-то там. Под елочкой, да? Пусть облизывается. Угу. Ну да, что-то он грызет. Все, девушка уходит. Угу. Смотри, прям вот на хвосте висит. То не мама, чё ли? Нет, ничего.
А может и чудо. Вот такой у него походон. И ушки поджатые. И вот давняя любовь. Малыш такой, Чоли, ну давай заведем детей. Ну Чоли, что ж ты всех обманула? Чоли, хочу малыша. Чоли идет уверенно своей дорогой. Никаких детей. Сказала. Берегу фигуру. Да. Догоняй, догоняй, малыш, смотри. Она быстрее уже пошла, хочет от тебя снять. Деловая. Колбаса на ножках. Все, этот угол вот пошли. Ну, там в углу, которая девочка сидит. Ну, вроде ничего, не к ней. Да. А, тут какая-то другая. Это не та, что в углу. Ну, здрасте. 18 плюс, все как положено. Перед носом опять вот это. Показать, как, какой я ого-го. Я не мешаю. Так себе. Какие звуки. Процесс спаривания у львов происходит именно так. Давай, залоги. Ой, надо погуглить. Ох, малыш. И бабай. Дал жару, да? Он уже заиграл. Заигрывает. А, там дети. Да, заигрывает, заигрывает. Это был массаж. Ничего такого, да. Поясничного отдела. И целует, и холит, и лелеет. Любовь такая любовь. Вот такой вот завтрак с приключениями.